мы отправляемся с вами дальше, на юг, по берегу озера Гарда, город Сало. Ударение именно на последний слог, на О. То есть никакого отношения к нами, всеми любимому украинскому Сало, это не имеет. Говорят, что, скорее всего, название произошло от слова, латинского термина «салодиум», который называли комнаты в классических римских виллах. Город довольно-таки большой, находится в очень глубокой, красивой бухте. Как видели, дорога уже не такая красивая, не такая изящная, горы расступились и, в общем-то, уже вышли на равнину в южной части озера Гарда. Приехали мы туда ближе к вечеру, темнело, поэтому успели прогуляться буквально часика-два. Очень красивая набережная, интересная архитектура, древние улочки, мощенные камнем. Замечательный город, много магазинов. Летом здесь большое количество туристов, хороший, говорят, шопинг. В общем, обязательно стоит сюда заехать и посмотреть на этот городок. Солнце уже практически зашло, а мне еще нужно было двигаться порядка 50-60 километров до конечной точки. Поэтому не уходите далеко, путешествие продолжается.